Наличный расчет за маршрутное такси уходит в прошлое. Сегодня в столице презентовали электронный аппарат приема платежей. Для оплаты проезда можно будет пользоваться транспортной картой. Она будет привязана к банковской. Новую карту пассажиры смогут пополнять через мобильные приложения. Также появятся так называемые ультралайт-карты. С их помощью можно будет приобрести сразу несколько поездок. Пассажиры сами смогут выбирать тарифы за проезд. Нижняя граница, по предварительным данным, составит 16 рублей, верхняя – 25. В целом до конца года новой техникой планируется оборудовать более 700 маршрутных такси. Производится замена всего оборудования, именно связано с дифференцированной оплатой проезда. Новое оборудование позволит принимать практически все карты с электронных устройств, также с телефонов, оплату. И поэтому принято решение впервые расширить тариф, сделать его более универсальным. Тарифная сетка, первый раз в истории города Якутска будет снижена стоимость проезда.